Сегодня юридическая фирма ТО «Алт-Ал-Орал» провела семинар-совещание на тему налогообложения в рамках Таможенного союза. Предприниматели области могли получить квалифицированную помощь, причем абсолютно бесплатно. Семинар-совещание для западноказахстанских предпринимателей состоялся в технопарке «Алгоритм». Юридическая фирма ТО «Алтал-Орал» пригласила на встречу руководителей таможенного департамента и налогового управления. Тема консультации – таможенное законодательство и правила и порядок декларирования товаров, получение лицензии и разрешений для внешнеэкономической деятельности. Изменения и дополнения, прежде всего, касаются это порядка проезда через границу в таможенном союзе. Изменились некоторые... Упростились документы, в частности, в предоставлении талона прохождения границы, предоставление документов о происхождении товара и сертификации товаров. Консультации проходят в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Предприниматели получают юридическую помощь на бесплатной основе. С начала года была выделена сумма 1 901 000. Но так как много проектов, и проекты мощные, там стоимости большие, нам сейчас дополнительно выделяют сумму 664,6 миллиона тенге на субсидирование процентной ставки. В основном, потому что на сервис у нас выделена большая сумма 288 миллионов. И по сравнению с другими регионами у нас практически самая большая сумма. Достаточно. У нас много желающих получить сервисные услуги, поэтому деньги осваиваются. С каждым годом количество западноказахстанских бизнесменов, участвующих во внешнеэкономической деятельности, растет. Это влияет и на поступление налогов в бюджет.